Настолько это ухайдакался. Вылезет, потом опять залезает. Ноги напарю и сплю нормально. Только на ночь форточку надо закрывать здесь. Компьютер не работает, и форточку можно закрыть, чтобы... Потому что получается, что мне прямо туда вот дует, в мою сторону. Ой, ты же хотела снега, ба. Ну так снег это не значит, вот сегодня, что... ты сегодня пойдешь куда-то? Пойду. Куда? Пойду. Ну куда? Пойду, мне надо карту замагнитить. У меня завтра последний день. Ну так одевайся. Я сейчас еще должна покушать. Покушай, одевайся и пойдем сделаем дело. Я не пойду потом с тобой. На ночь. Ой, спрыгивает. Хо-хо, как этот, бачок. Слушай-ка, это... Чужо так... Это ему комбинезон-то притык, а? Одевайся, сходим, ба. Подожди, я сказала, покушать должна. А потом будешь одеваться? Да, буду одеваться. Еще собак нужно покормить. Вот она, наверное, отливает уже стоит. Да, Киткиной. Ну, комбинезон Киткина вот там, в этом сыт, на эту тряпку, потому что он туда все время ходит ссать. Ну иди еще досыпай, беги, беги еще досыпай, беги, беги, тебя подсажу, давай. Ужас, да? Ложись, спи. Ух, все, да? Быстро как он. Морды поднял одеяло. И готов уже там в теплое место и лег. Он не хочет эти запахи чувствовать, поэтому сам туда уходит головой. Да.